Тимати и Егор Крид пародируют Лил Пампа и Текаши 69. Группа Каста советуется с Птахой, как лучше снять клип. Гурам Нормания недоволен происходящим в России. У Валентина Дядьки проблемы с котами, а Джер из NTL выпустил новый трек «Самцы из Нью-Йорка». Об этом и не только уже сейчас. Ну а в прошлом специальном выпуске вы обратили наше внимание на имевшиеся недочеты в выпущенном материале, в связи с чем мы решили его заново переработать и выпустить в скором времени. Поэтому всем тем, кто был бдителен и указал на ошибки, большое спасибо. Сегодня с вами, как всегда, я, Игорь Еремин, и мы начинаем с эксклюзивного отрывка для Rap News с еще не вышедшего трека от Порчи. Speak English, girl. Bitch, I'm faded. Damn, I am the greatest. Yeah. Shit, I feel amazing, about to throw a celebration. Wait. Party at the crib, you better make it. I'm at least a Lamborghini, just a stone on all my haters. Straight. I just wanna fuck another model. Bitches wearing Gucci with the Prada. You can get your friends and bring them over. Tell the neighbors they can suck their mother. I don't feel so fucking right. All these strangers make me want to fight. I just sniff like 2 grams. Heart attack or is it fight or flight? Gucci Gang, Gucci Squad, ставь лайк, если знаешь продолжение. Об этом нынче стало модно читать. Если смотреть на Запад, то там уже давным-давно рэперы хвастаются своими шмотками, а вот до России это снова очень долго доходило. Я во всем новом, слышишь? Во всем новом. У тебя свой взгляд, тебя не спросили. Мы живем красиво, мы в России. И сколько YouTube уже перевидал пародий на Lil Pump, на Текаши и на других зарубежных фрешменов, но вот от лидера лейбла Black Star и главного холостяка подобного мало кто ожидал. Скрра! Кошка? Эшкере! Эшкере! Тимати и Егор Крид выпустили новый клип, где высмеивают представителей новой школы, показывая шикарную жизнь, огромное количество денег, красивых девушек и самое главное, это все у них есть. То бишь, они true, как сказал бы Кизару. Эта сука как Гуч, она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука модель, 3 подруги для куч. И сыпется с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Множество стереотипных комментариев не особо понятны, ведь они сделали очень качественную работу. Тут даже панчлайны присутствуют. Монако, 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 заебался однако. Монако, 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 опухла шпага. И выдумали это все. Я самый грязный заяц. Бакс в бане. Кидаю деньги в сауне. Бакс в бане. Вот теперь точно все. И не стоит серьезно воспринимать композицию. Не для этого она сделана. Просто стёпа и ничего более. Но вспоминая слова Фейс, кажется, что ребята все очень хорошо продумали. Ты говорил, мне жаль, что ни Гуччи, ни Рубчинский никак не отреагировали на то, что мы их рекламируем. Немножко удивленный, немножко поражен, но совсем немножко. Потому что, типа, ну я просто привык. Нормальные бренды всегда дают какой-то фидбэк людям. Uh-huh. И даже сами проявляют какую-то инициативу. И я считаю, что я достаточно неплохой вклад сделал в то, чтобы одеть всех школьников Гоши Рубчинского и потом одеть всех школьников Гуччи. Лейбл Black Star ничего просто так не делает. И, скорее всего, это просто мощнейшая реклама всех перечисленных брендов, которые упомянуты в треке, и получили они за это ой как много. 5 миллионов просмотров за сутки на дороге не валяются. Люблю я шмотки, чтоб понять, как выглядит одетый. AMG 63, добро пожаловать в карету. У меня есть цепи, у меня есть треки, у меня есть сучки. Теперь докажи, что я не рэпер. Ты пока на версусе решают, кто из них круче. Моя сука Шанель, моя сука как Гуччи. Продвинулись чуть дальше. А тут группа Каста. Она решила нас удивить оригинальным клипом, который, в отличие от работы Крида и Тимати, сильно расхваливают. Все кайфанули вообще. Все как рванули вообще. Все кайфанули вообще. Как рванули, вообще. Креативный подход к работе всегда ценился и будет цениться. Йоу, парни, привет. Сейчас котируется только рэп, если это батл. Вам надо вызвать друг друга на батл и побатлиться. Рыба ебучая, окунь, блядь. В клипе задействованы такие личности, как Шнур, Киев Стонер, Ёлка, Джиган, Птаха и многие другие известные люди, которые советовали группе, как лучше снять клип. Йо, здорово, пацаны, шо вы там? Прикол. Это не бодает, это не то пальто. Че ты говоришь? Пацанам нужна классика, вот исполняйте, как вы раньше исполняли, вот то будет ветер, а это, ну это что попало? Да.
А вообще все кайфанули. Кайфанули. Вообще все как рванули. Как рванули. Вообще все кайфанули. Кайфанули. Вообще все как рванули. Вы же в курсе о главном хите этой весны Дональда МакКинли Гловера. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. В нем он под своим сценическим псевдонимом прошелся по громким событиям в США за последнее время и не только. И знаете что? Его не посадили, клип не заблокировали, а премьера и вовсе состоялась на одном из главных шоу страны – Saturday Night Live. Многие были в ожидании того, когда русские уже сделают пародию на такое творение, и пока рэперы думали, как это лучше подать, блогеры не спят. А точнее Гурам Нормани, более известный по проекту Рака Макафо. Мы живем в России, как же тут прекрасно. Любим родину сильно, говорим об этом так часто. Где самый добрый народ и бескрайний простор, где любой из дворов вызывает восторг. На этом все, переходим к следующей новости. Да шучу я, шучу. Это Россия, бро, в России все хорошо. Если случится что, во всем виноват пиндос. Это Россия, бро. Это Россия. Люди помощи просят. Пока в Волоколамске мусора не вывозят. К остросоциальному ролику Гурам подошел очень аккуратно и в ироничной форме. Всю песню повествует о печальной ситуации в России. А как вам такой челлендж? Кто сделает самую качественную пародию на трек This is America? Это Россия, бро. Yeah. Твои траблы тут не канают. Yeah. Ведь у нас пока жить здорово. Yeah. Только на первом канале. Yeah. Как люблю я правду, матку, телевизор не соврет. От иностранной пропаганды всю страну он уберег. Итак, дайджест. Вышел документальный фильм о Powerpuff Love. Ой, то есть о Бульвар Депо, где Артем раскрывается как творческая личность и рассказывает. А нет, давайте-ка без спойлеров. Поэтому как бы мне вообще очень сложно понимать некоторых персонажей, которые типа, ну реально, вот они всю жизнь жили в одном месте, типа там, грубо говоря, родители под боком. Вот, и они тебе рассказывают про какие-то проблемы. Проблемы. Не. На учебе. Не. Как мило. Миша Мэйти презентовал совместную композицию с группой Anacondas и показал обложку грядущего альбома, который выйдет 25 мая. На релизе неожиданно будут присутствовать Замай, Луан и 2517. Сколько я терпел ее, сколько лет дарил тюльпаны, а теперь ее винтажное белье до каждой нитки пропиталось кровью колотой резаной раны. Ножницами ей поганый рот. Я снимал на видео конвульсии и страх. Локи Мин выпустил сольную композицию под названием «Лирический герой» с уже привычным и узнаваемым стилем, где он слегка похож на рэпера Хаски. Люди просят фотопачки, а там в обнимку лыбу давят рядом с трупом мальчика, а. Я вам пишу из изолятора, забетонированный мной накрепко на каракуле. Валентин Дядька готовит новый релиз, и чтобы люди не выпрашивали новый материал, он представил песню о непослушных котах. Между нами выросла стена, и это полностью вина кота. Но коллегам шрамы не видны, рукава длины, меня абьюзил ты. И новость для самых преданных слушателей русского рэпа. Была такая группа NTL, которая взрывала треками в начале 2000-х. Столько много лет прошло с того времени, эх, страшно представить. И сейчас они снова вместе и публикуют новые композиции. На сей раз у нас на руках совместный трек от Джера и исполнителя из Нью-Йорка Джона Фигза. Помню, как с детских лет мечтал очутиться в Бронксе, Квинси или на западном побережье, не влезая в рамсы их. Не было похуй, Крипс или Бладс, просто всегда ощущал себя в капюшоне с майком, качающим под хип-хап. What's up, motherfucker, speed, niggas, big up, у школьников на устах. Ну а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте комментировать, как вам выпуск в целом, ну и отдельные новости в частности. С вами был я и проект Rap News. До новых встреч. Пока. We'll be right back.